Добрий вечір вам, шановні глядачі. Ми починаємо програму «Арт-простір» без страху і докору. Лицарі з усієї України дуже скоро з'їдуться до Миколаєва. А просто зараз у нашій студії вже чекають виходу на сцену і в ефір організатори турніру і фестивалю «Кубок Ольвії 2018». Василь Цимбал та Ілля Котов. Вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сьогодні ми зібралися у нашій затишній студії для того, щоб представити той лицарський фестиваль, лицарський турнір, який відбудеться у нашій Миколаївській землі, і поговорити про те, що собою являє взагалі історичний середньовіковий бій. Середньовічний бій. Так. Але спочатку давайте глядачі більше познайомляться саме із нашими гостями, із вами. І на кожного з вас ми підготували візитку. Василь Цимбал, знайомимось. Василь Цимбал – режисер, один з організаторів фестивалю «Кубок Ольвії 2018». Рік народження – 1982. Стаж в історичному фехтуванні та історичному середньовічному бою – 17 років. Голова лицарського клубу «Портал» з 2009-го. Учасник багатьох міжнародних турнірів та фестивалів ЗСБ у якості бійця та судді. Брав участь у Всесвітньому чемпіонаті з історичного середньовічного бою «Битва націй» у 2011 році. Улюблена зброя – одноручний меч. Улюблені бойові номінації – щит-меч, 5x5, 21x21, бугурт. Улюблений удар – мечем у центр шолома суперника. І ще один наш гість – Ілля Котов. Дізнаємося про нього більше. Ілля Котов – співорганізатор фестивалю «Кубок Ольвії 2018». Народився у 1987-му, учасник історичної реконструкції з 2005 року. Перша гра, у якій брав участь «Древо 3» за мотивами романів Толкіена. Був членом клубу «Арагон», згодом очолив його. Учасник багатьох чемпіонатів із середньовічного бою «Битва націй» у складі збірної команди України. Основна номінація для участі – 5x5, 21x21. Улюблений удар – щитом у шолом суперника. Отже, Василю, Ілля, ви представляєте сьогодні нам фестиваль історичного бойового мистецтва «Кубок Ольвії». І вже не вперше він відбувається, і за цей час, це вже втретє. Так. І в нього є вже свої шанувальники, свої вболівальники і свої натхненники. Що це за фестиваль? Ну, еще раз, так сказать, вернемся к краткой, да, истории, я думаю. В 2016 году мы так с Ильей собрались и решили, что очень много фестивалей есть в Украине по историческому средневековому бою, а вот в Николаеве с этим есть пробел. Вот. Ну и поскольку мы оба, как уже телезрители видели, по много лет, по 16, по 17 лет воюем, да, возглавляем клубы, как бы занимаемся, ездим, все время как бы гора ходит к Магомету, а Магомет не ходит к горе. Мы решили немножечко изменить ситуацию, вот, и создать на Николаевской земле действительно нормальный, действительно яркий, профессиональный фестиваль по историческому средневековому бою, вот в таком виде спорта, и тем не менее ориентированный как на бойцов, так и на зрителей и гостей города. Вот, и создали фестиваль, вот, назвали его «Кубок Ольвии», потому что все-таки Ольвийские земли, это считалось и Николаевская земля в том числе. Ну, то есть у нас такая привязка к истории, как мы знаем, что в Ольвии стояли не только древние греки, да, но также и римляне, да, но были и генуэзские рыцари. То есть у нас есть как бы вполне четкое обоснование, почему именно «Кубок Ольвии» в Николаеве. Вот. Ну и в этом году это уже действительно третий фестиваль, международный фестиваль у нас. К нам приезжают бойцы и не только из Украины, вот, но и из стран ближнего зарубежья. Это мы как бы вот уже выросли в такое как бы серьезное большое мероприятие, хотя в том году у нас прошел очень масштабный тоже фестиваль. Вот, мы как бы сейчас очень плотно работаем для того, чтобы в различных как бы аспектах этот фестиваль был интересен зрителям. Ну и, естественно, бойцам, участникам фестиваля. Ну и, скажем так, вот Василий сказал по поводу и историчности. У нас фактически фестиваль именно
как бы, можно сказать, боевого искусства, потому что через все эпохи у нас есть представители римской культуры, это гладиаторы, есть казаки, которые как бы как поздние рыцари Украины, и вот непосредственно средние века, которые будут делать основной, так сказать, костяк, соревновательный момент на нашем фестивале. Дивимося ролик. Настало время для битвы. Да, пора. Ну что ж, начнем. Приезжайте на Кубок Ольви 2018. Рыцари возвращаются в Николаев. Ну вот вы сами видели, да, какие бои, какие доспехи. Вот нас таких будет много. И вот вы видели, что бои по-настоящему происходят, да, то есть люди бьются в полную силу, то есть это страшные удары, да, это очень серьезное такое соперничество, противостояние, то есть вот именно на этом и будет делаться во многом акцент, то есть такого в Николаеве, ну, не увидишь сегодня, то есть редко увидишь, ну, вот фактически, вот мы начали это дело, их начинаем, продолжаем знакомить жителей с вот этим замечательным видом спорта, на самом деле. У нас зараз есть час и натхнение для того, чтобы поговорить саме про цей вид спорту, про те, що це саме спорт, про те, що у нього є відмінності у історичного середньовічного бою, є відмінності від історичного фехтування, від історичної реконструкції. Отже, що собою являє цей вид спорту? Ну, как вам сказать, смотрите, дело в том, что на самом деле историческое фехтование и исторический средневековый бой, они, в общем-то, находятся в тандеме, очень честно, и как, кстати, историческая реконструкция, да, то есть если это говорится о реконструкции, это реконструкция то, что мы носим, вот все, что вы здесь видите, да, у нас, все, что на нас, это, по сути, есть историческая реконструкция, то есть точные или более-менее точные копии доспехов, оружия, щитов, мечей, бытовых предметов, совершенно верно, образ да, жизни фактически. Да, образ жизни фактически это то, как жили средневековые рыцари, в данном случае в наш период, который мы реконструируем, конец 14-го, начало 15 века, в Англии, во Франции и так далее. Да? Историческое фехтование – это больше действительно фехтовальная номинация, и она у нас присутствует, будет присутствовать в номинации там, «Щит-меч», допустим, или «Меч-баклер». Это более быстрая фехтовальная номинация, которые как бы дают возможность раскрыться бойцу и спортсмену именно как фехтовальщику на мечах. Да? ИСБ – это более массовые бои, да? Вот, то есть групповые бои, то есть бугурты, 5 на 5, там 21 на 21, совершенно верно, 3 на 3. То есть массовые групповые бои, которые предполагают большое количество участников и совершенно другую тактику, в отличие от 1 на 1 турнирных боев. Ну и кроме того, вот, допустим, такая номинация, как профессиональные поединки, которые вот на этом фестивале зрители смогут увидеть. Да, это, скажем так, именно более жесткий бой, когда бойцам разрешено практически все, и ударная техника, и удары щитом в том числе, удары руками, ногами, борьба, то есть все, весь арсенал действительно средневекового рыцарского боя. И это будет действительно интересно, это будет жестко и красиво. И да, это действительно спорт, вы совершенно правы. Слава богу, у нас наконец-то в Украине в 16 году тоже признали это официальным видом спорта. Спорткомитет национальный спортивный признал это как вид спорта, но еще бы, наверное, не признать, как бы, потому что существует национальная сборная Украины по историческим средневековым боям, куда входят по факту отборочных турниров лучшие бойцы всех клубов Украины. И они каждый год ездят защищать честь страны на международный чемпионат «Битва наций» по ИСБ, где съезжаются большинство стран мира.
То есть и занимают не то, что призовые места, а выигрывают эти чемпионаты. Тобто в Украине развивается этот вид. Очень мощно развивается этот вид спорта. Большое количество клубов, профессиональных людей, профессиональных бойцов. Ну, если взять, что в том году украинская сборная в номинации 21 на 21 выиграла у российской сборной, которая до того момента несколько лет подряд и была только первой, вот, то это о многом говорит о росте. Да? В этом году тоже как бы очень много призовых мест и на этой битве нации заняли наши же бойцы. То есть твердое серебро, молодцы. Победы в профбоях, то есть, понимаете, как бы я считаю, что рост очень идет большой, ну а мы стараемся этому способствовать, потому что вот те фестивали, которые мы организовываем, мы, наши коллеги, да, это по сути, для бойцов это практика боев, практика не то, что тренировка в зале, да, то есть это тоже важный аспект, но именно здесь проверяются и закаляются кадры. Вот, и люди, так сказать, держатся в спортивном тонусе, и это все равно соперничество. Вот. И, конечно же, это возможность и молодым поучиться, и опытным бойцам не терять свою как бы, квалификацию да. Да, свою, так сказать, спортивную форму. А чим приваблює цей вид спорту, якщо ми говоримо про спорт, його учасників таких змагань, цих спортсменів і глядачів? Ну, каждый, наверное, по-своему. Илья, чем тебя привлекает? Ну, дело в том, что для нас, тех, кто участвует в историческом фехтовании уже давно, нету каких-то там выборов. Мы болели историей еще в детстве, и как-то эта болезнь, она не прошла. Вот теперь мы просто участвуем в боях. А в принципе, если рассматривать исторический средневековый бой как спорт и как зрелище, именно вот таким сочетанием какой-то актерской игры, хорошей физической подготовки, требованиям к интеллекту бойца, как минимум. То есть, кроме того, что нужно правильно собрать доспех, правильно его постоянно поддерживать, готовить, нужно еще понимать, что вся твоя физическая форма может легко разбиться о такой же грамотный доспех противника. И ты просто не выиграешь, ты устанешь и сдашься. То есть это все вот в комплексе создает и для бойцов такой интерес, и в том числе, скажем так, вызов. А для зрителя это тоже красочно и здорово. Ну, я скажу так, знаете, как помните, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, да, значит, нужные книги ты в детстве читал. Да, мы все вышли из этих книг, из этих романов, да, мы все на этом росли. Вот. Но затем пришло интерес, понимаете, все-таки исторический средневековый бой, фехтование, реконструкция, да, историческая, я уже много раз об этом говорил, это некий синтез, понимаете, это синтез интереса к спорту, синтез интереса к туризму, к истории, к активному отдыху, понимаете, это как минимум целый комплекс того, что может привлекать, да. И я вам скажу, что это своего рода идеология. Это своего рода идеология мужества, братства, чести, понимаете, каких-то законов определенных, я не знаю, порядочности друг перед другом и перед другими людьми, понимаете. Это воспитание смелости. И прежде всего, когда люди приходят к нам, они учатся как бы бороться с собой, прежде всего, да, со своим страхом, со своими какими-то комплексами. То есть приходят молодые мальчики, да, сомневающиеся, может быть, не такие сильные, а через год-два нахождения как бы, в наших клубах вот таких вот боев, это становятся действительно сильные мужчины, способные защитить себя, свой дом, свою семью. То есть, понимаете, это большое как бы дело, мы считаем. И мы, собственно, и занимаемся во многом этим для того, чтобы вот эти вещи пропагандировать, эти вещи нести сегодня молодежи, вот, чтобы люди становились здоровее и телом, и духом, и разумом, и душой. Василю, а с какой книжки началось в тебе такое захоплення? Ну, я вам скажу, что прежде всего, конечно, с «Рыцаря Айвенга», вот, Вальтера Скотта, да, то есть Квентин Дорвард. Вот, очень много, ну это в самом детстве, да, вот если брать, то я очень много читал книг и монографий, и чего угодно, как бы и закончил как третье высшее образование исторический факультет, вот тоже помимо всего режиссерского образования, да, художественного, то есть втянулся в это очень можно. Но я начал, например, пришел туда совершенно по другой стезе, вот, с телевидения. Телебачення? Да, пришел с телевидения, совершенно верно. Я работал на одном канале коммерческом. Мне как бы сказали, можешь поехать снять экстремальный сюжет, там рыцари какие-то бьются. Я говорю, ну, хорошо. Я не знал, что такое есть.
Вот, поехал. Там говорят, ну, давайте снимать, будем, все, поснимали. Тренер клуба говорит, значит, ну, хочешь по-настоящему? Давай. Одень доспехи. Я говорю, хорошо. Ну, дальше понеслась. 5 минут, как на турнире. Он мне лицо разбил, я ему лицо разбил. Кровь потекла, все хорошо. Он снимает шлем, говорит, знаешь, парень, я, говорит, не знаю, там, чем ты занимаешься. Говорит, тебе здесь место. Ну, а через 3 года я уже возглавил его клуб, когда он ушел на покой. Так тоже случается. И все. И началось... Карьера, многолетняя карьера в ОСБ. И вже скільки років? Ну, от уже 17-й год. Ілля, а у вас із книжки, з телебачення чи з якоїсь іншого джерела? У мене любовь к історії почалась з такого, знаєте, був красний пластиковий набор детський, щит, меч і шлем. Ілля Муромець. Зараз я сину такий купив. От оттуда почалась любов. Це з якого віку? З 5 років? Наверно, где-то, да, где-то в районі 4-5 лет. А коли професійно почали займатися ось цим видом спорту? На першому курсі університету. Мой товариш, тоже из Николаева, мы вместе учились в Киеве, он позвал меня на свои тренировки, а там как раз вот были те практически первоистоки средневекового фехтования. И вот там я и остался. Ну, теперь вы знаете, какими якостями повинні володіти бійці, учасники вашого клубу и всех інших лицарских организаций. И чому ви навчаєте молодь? Тих, хто до вас зараз приходить. Ви самі молоді ще, але ви вже досвідчена. Ще не треба нас списувати. Пісок ще зовсім не сипеться, слава Богу. З якого віку приходити потрібно хлопцям? Ми обычно беремо людей 16 лет. Тобто, коли вже люди совершеннолетні, відповідаючі за свої дії, поскольку спорт дійсно травмоопасний, ну, спорт серйозний. Как бы, ну, чоловічий. Да, мужський спорт дійсно, да, ну, він не опаснее, ніж бокс, я би сказав, любой там вид єдиноборств, как бы, да, потому что, ну, там б'ють кулаками по голому лицу, да, у нас все-таки в доспехах, но мечами. То есть на самом деле это не опаснее любого другого вида спорта. Вот, и при хорошей подготовке люди травм не получают. То есть мы учим их, как их не получать, эти травмы. Как их давать, но не получать, как любого спортсмена. Чему учим прежде всего? Ну, вы знаете, помимо техники, как бы боев, да, помимо техники фехтования. Вот как відбувається тренування. Да, техника фехтования, кроссфит, конечно, немножко тяжелая атлетика, как бы бег. То есть умение работать в команде, в группе. Рыцарей. То есть, загальную физическую подготовку. То есть, ну, прежде всего, конечно, акцент именно на владение вот таким вот средневековыми копиями оружия, то есть, как для групповых боев, вот то, что можно, да, сейчас увидеть в кадре, вот так и владение щитом и мечом. То есть тактика продвижения во время боя, потому что вот то, что увидели бои, это не просто свалка, это очень на самом деле четко организованное, как бы, мероприятие с каждой стороны из команд. Да? Все знают, куда бежать, что делать, как себя вести, у каждого свои тактические задачи происходят, то есть как в любом групповом таком вот виде единоборств. Ну, вот, то же самое, всему этому мы, конечно, учим. Ну и, естественно, мы помимо всего этого обязательно бойцам рассказываем историю средних веков, да, того периода, который мы реконструируем, что там было, какие законы были рыцарские, быта, нравственные законы и так далее и тому подобное. Преподаем немножко историю костюма хотя бы вводную. То есть. И люди начинают сами много изготовлять. Сами себе шьют эти костюмы, понимаете, но учатся шить, понимаете, учатся клепать эти шлемы, учатся изготовлять какие-то элементы защитного снаряжения. Это становится интересом, а потом это становится жизнью. Да, все, да, потому что потом, да, в полевых условиях все вот, за вот всем вот этим нужно как бы следить, чинить. Давати лад. Да, совершенно верно. Вы взяли в руки зброю. Я думаю, что она також заслуговує окремого слова. Це, мабуть, якась точна копія історична, от на чому наполягають. Ну, от Ілля зараз розкаже. Кого списано, чи з чого, так. Этот вид меча називається фальшіон, или фальшіон. В принципі, він є копією тяжелого меча рыцаря, который имеет вот такое утолщение к концу. Иногда здесь даже бывают еще более кровожадные варианты с таким носом, скажем так, он предназначен для того, чтобы прорубать доспех, потому что обычные мечи уже не могли просто так пробить задоспешного рыцаря, то есть у которого большая толстая броня практически по всему телу, ее нужно было прорубить. И вот именно такими клинками, а также топорами различными, другими тяжелыми предметами ее проминали, пробивали и уже наносили повреждения непосредственно телу соперника. Вот этот клинок, он чем характерен?
Он сделан мастером из Хмельницкой области, который специализируется на клинковом оружии, и он практически идеально сбалансирован. То есть, несмотря на свою длину и на свою тяжесть, а в нем больше полутора килограмм, он фактически может выступать еще и как фехтовальное оружие, из-за того, что у него достаточно тяжелое яблоко и... сохранен баланс оружия. А у Миколаєві є такі майстри, які готують? В Миколаєві немає. Да, дело в тому, що просто доспехи делают много людей, да, вот такие вещи делают немного людей, поскольку все-таки это является макетами спортивного инвентаря, на что имеются соответствующие документы у тех, кто это продает, ну, чтобы ни у кого не было проблем, да. Так. Вот, это именно сделано с соблюдением всех норм законодательства, как бы вот эти вещи, естественно, их покупают авторизованно. Вот, вот сейчас мы перед вами, как бы, это полуторный меч. Полуторный меч, сделанный с копии, ну, копия, точнее, сделана с меча 15-го уже столетия. А почему полуторный меч? Вот если вот, Илюш, возьми, да. Вот, вот это одноручное оружие. Почему? Потому что оно в длину одной человеческой руки. Да? А вот здесь вот это полуторный меч, потому что полторы руки. Да, есть еще двуручные мечи, они очень большие. То есть вот такое оружие применялось из второго ряда очень часто, то есть пешими доспешными рыцарями. Рыцари не только ближе к 15 веку на конях, да, скакали, они еще и пешими выходили. Вот. И вот с таким вот оружием двуручным вот, работали на длинную дистанцию, не подпуская противника к себе. Вот, носил очень серьезные тоже вот такие ударно-дробящие удары. То есть было довольно опасное оружие. Его использовали еще в турнирах. Есть много различных исторических подтверждений тому, манускриптов и так далее. То есть где описано, нарисовано, как ими работать. Собственно, все наши техники фехтования и базируются на переведении старинных книг, манускриптов по фехтованию рыцарскому, где есть даже наглядные картинки, пособия, как это вообще выглядело и выглядит, как это нужно делать. Ну, представьте, что вот таким тоже, вот видите, очень много зарубок на шлемах, да, вот так, таким вот мечом, так, да, такой... хорошенечко прилетит. Вот, вагою, то будет, да, і то вагає. Да, то будет, да, будет хорошо. Ну, слід зазначити, що на турнірах зброя не заточена. Естественно, ні одно оружие ніколи не заточено, это норма законодательства. И более того, перед тем, как кто-либо выйдет на ристалище сражаться, обязательно судейская бригада просматривает, делает допуск на безопасность, чтобы не было никаких сколов, ничего, чтобы не было, чтобы все было тупое и безопасное. Ну, относительно, конечно, безопасно, но, по крайней мере, соответствовало всем требованиям Международной ассоциации по историческим средневековым боям. То есть, есть, допустим, требования, что толщина кромки должна быть не меньше, чем скругление по острию должно быть не меньше, чем какого-то радиуса, для того, чтобы просто даже случайно не сильно в ударе не повредить. В принципе, на вот этот меч, то, что Василий демонстрировал, если мы здесь вот условно добавили б голову волка, то это был как раз бы копия меча Джона Сноу из такого сериала «Игра престолов». То есть вот именно такой меч, меч бастарда, пользуется... этим персонажем. Нічого собі, ось так ви персонаж, коли берете. Персонаж чим пользується? Хоча іноді буває, що і меч пользується персонажем, таке теж случається. По-різному. Що побачать глядачі на фестивалі вже найближчим часом? Ну, смотрите, а в этом году мы расширили программу фестиваля, сделали еще более интересные номинации. Помимо, то есть, есть групповые номинации, индивидуальные номинации, профессиональные поединки, вот то, о чем Илья говорил, да, это то, что касается боевой части, да. У нас еще запланировано большое количество работы интерактивных точек, потому что, ну, мы считаем, что не боями едиными, да, то есть, это целый день, ведь мы начинаем, открываем фестиваль, с 10 мы уже заходят люди, с 11 начинается парад, и пошел весь фестиваль, как бы, до 8 часов включить. То есть помимо боев у нас запланировано как бы много работы интерактивных точек и развлекательная программа. Вот давайте сейчас Илья вам расскажет про точки интерактивные, какие у нас есть, а я уже больше о нашей программе непосредственно развлекательной. Так, что такое интерактивные точки? Ну, смотрите, у нас практически каждый желающий может попробовать себя в роли рыцаря. Конечно, не на стальном доспехи оружия, а на мягком снаряжении. Он может это сделать в римском лагере, который тоже будет стоять. Там можно посмотреть, как воюют гладиаторы между собой. Да. Может пострелять из лука и попробовать себя в роли Робина Гуда. Для детей школьного возраста специально вот квест-комнаты Underground разработали такой квест,
То есть они будут искать там какие-то тайные знаки, это все вот в рамках рыцарей круглого стола, и территория фестиваля будет для них весело и здорово. Для совсем маленьких у нас работают бесплатные мастер-классы от студии детского развития «Мудра сова». И большое им спасибо, скажем так, что они помогают следить, да, освободить родителей от... Да, пока папы с мамой будут смотреть и болеть за рыцарей, да, а детки будут развлекаться. Там действительно очень хорошие у нас партнеры «Мудра сова», они уже третий год нам уже помогают, вот, и там действительно творческие, упор именно на творчество, тематическое мастер-классы, то есть можно и полепить, и порисовать, очень хорошие ребята-волонтеры. Ну, вот, від творчості вони, да. Тепер до спорту, тому що програма вже майже завершилася. І от що побачать глядачі вже, от яке видовище безпосередньо? Я вам скажу, що, ну, помимо, как бы, рыцарських бойов, дійсно, спорту, вот такого, дійсно, буде на що посмотреть, тому що, дійсно, лучшие рыцари України приїжджають. Приїжджають ребята із Молдови большим десантом. Тобто, професіональні поєдинки, групові номінації, все інтересно по-своєму, тому що, дійсно, воюють сильніші бойці. Это очень яркое зрелище, это действительно люди воюют, понимаете, не показательно, это люди воюют действительно каждый за свою честь, от души, за свою репутацию, как бы, и действительно идут спортивные соревнования, у нас профессиональная судейская бригада, один из главных судей битвы наций является нашим гофмаршалом приехал, то есть у нас очень серьезные ребята приезжают судить эти бои, мероприятие рейтинговое в этом году, оно попадает в международные рейтинги бойцов, то есть если бойцы выигрывают, они проходят по всемирному рейтингу, все видят, что они выиграли как бы в таких и таких состязаниях. Это дуже серьезно. Серьезно, да. Ну и, конечно, у нас помимо всего этого еще действительно будет то, что я говорил, культурная программа, как я ее называю. Благодаря нашим друзьям, группе «Крылья», популярная такая heavy metal группа у нас есть, она с нами будет целых два дня фестиваля работать, они играют, действительно куют металл вместе с рыцарями, то есть помимо зажигательных боев еще будет зажигательный heavy metal. Что мы будем говорить? Давайте подивимося, как это будет. «Крылья» ждет встречи со всеми вами на Кубке Ольвии 2018. Будем ковать металл. Ну і так, без нас теж не обійшлось. Перший раз грав в доспіхи, чесно, з ребятами. Про це можна зробити ще одну програму, але цю вже треба закінчувати. Що бажають лицарям перед початком турніру? Победы. Ну, і чесної победы. Чесної победы, да. Хлопці, чесної вам перемоги, вдалого взагалі фестивалю. Ну і наступного року, щоб було ще крутіше, ще краще, ще яскравіше, ще більш видовищно. Дякую вам. Спасибо вам большое. Приїжджайте к нам. Спасибо. Запросіть глядачів і будемо прощатися. Ну, пользуясь случаем, да, Илья, давай. Уважаемые николаевцы и гости нашего города, мы приглашаем вас на наш фестиваль «Кубок Ольвии 2018», который пройдет на Николаевской конно-спортивной школе 2 и 3 июня. Приходите, это будет достойное, яркое зрелище. Рыцари вас ждут. А вже наступної суботи ми продовжимо з вами спілкування із цікавими особистостями і нашого міста, і його гостями. Тож прощаємося з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.